Из этой самой камеры временного содержания в Истре сбежали 5 заключенных. Ориентировки с их именами и приметами разосланы во все регионы. Как подтвердили в Следственном комитете, среди беглецов есть опасный преступник Александр Мавридий. Его обвиняют в убийстве Колбасного короля. По версии следствия, именно он 1 ноября 2020 года из арбалета застрелил Владимира Маругова. Мавридий оказался в Истринском ИВС не случайно. С ним накануне побега должны были быть проведены следственные действия по громкому делу об убийстве. По данным СМИ, дежурный подмосковного ИВС перевел Александра из 7-й камеры в 4-ю по просьбе одного из беглецов и почему-то не закрыл форточку для кормления. Сейчас сотрудник задержан, следователи допрашивают и дежурных, которые упустили зэков. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Московской области. Проводятся осмотры и допросы. Кроме того, в ближайшее время будет решен вопрос об изъятии и передаче из органов МВД в следственные органы СК России по Московской области уголовного дела, возбужденного по факту побега. Побег произошел ночью через открытую кормушку. Заключенные скрутили замок в камере, используя гаечный ключ. Каким-то образом незамеченным прошли через весь изолятор, на воротах у выхода сорвали навесной замок и благополучно покинули ИВС. Камеры наблюдения, установленные на жилом доме недалеко от изолятора, сняли беглецов после побега. На видео они идут быстрым шагом по улице. У них нет с собой оружия. Сейчас их разыскивают в соседних регионах и в Москве.